Воды залива Акаба на севере Красного моря у побережья Египта привлекают дайверов со всего мира. В то время как потепление Мирового океана привело к обесцвечиванию кораллов в других местах, здесь риф оказался устойчивым к изменению температуры. Ученые надеются, что однажды эти кораллы смогут использовать, чтобы восстановить другие подобные экосистемы на планете. Эта команда волонтеров основала проект «Азрак» и каждый месяц изучает состояние кораллов. Сейчас мы обследуем в Дахабе три места. Мы собираем данные о рыбе, беспозвоночных, кораллах и болезнях кораллов. Все эти данные позволяют нам оценить здоровье рифа. Мы следим за определенными видами, которые являются индикаторами здоровья рифа. Например, исследователи ищут маленьких рыб-ласточек, которые обитают вблизи кораллов. Роль рыб-ласточек в том, что они поедают водоросли. Они фермеры, они очищают кораллы, позволяют им дышать и не задыхаться от роста водорослей. Впрочем, угрожает кораллам не только потепление. Беспокойство вызывает и большой наплыв туристов, которые оставляют после себя много мусора. Некоторые центры дайвинга уже начали организовывать ежемесячные уборки. Мы собираем столько мусора, сколько возможно, потом сортируем. Отдельно складываем бутылки, пластик, крышки и окурки. Во время этой уборки со дна подняли 173 окурка, а также кусочки ткани, пластиковый мусор, пищевую пленку и многое другое.